Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Mazda CX-5. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность, наносим данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция лакеров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!